Слышите, да? Слышите? Это Джоу мозги там. Будет ли Артак вон треть ущелья, как вы думаете? Кстати, у меня что, с Увенами-то норму Яги? Ну, в принципе, гоу туда ущелья, а? Просто в городе, блин, мне не очень. Давайте ущелье попробуем. Когда он? Царь, не, я не думаю, что я хочу быстрее слиться, но я вот надеюсь, что благодаря своей рубке я все-таки что-то смогу. Потому что я когда-то делал на Яктигр обзор и говорил, что это жуткое говнище, которое в одном бою из 10 может что-то сделать. Реально. Вот. Вот. А это Яктигр. Да, у него пушка офигенная, я не спорю, он там дамажит все дела. Но он с этой броней на 9 насасывает настолько жестко, что просто слов просто нет. Что с ним делать, спросите вы? Ребят, ягу надо на 8 уровень убирать, вот эту ягу. Безльготному, то есть нужно делать проезд до десятки через вафлипазика. Две ветки, вот я считаю. А ягу на 8, как альтернативу какую-то. Так, ну это мой фейл. Понятно. Броня. О, это мне уже нравится. Если арты не будет, царь. Здравствуйте, царь, очень приятно, царь. Все будет хорошо у нас с вами, если арты не будет тут. Так. Мы блендик туда закинем. А, нет, он еще не подъехал, видите, там писечка разорвалась позади него. Сейчас перезарядимся. Блин, я боюсь, это ЛКВ. Там 200... Сколько там? А, писечка разрывается, потому что, сука, не попадаю в него. Слушайте, а позиция-то от Маракаси практически. Миша, тебе привет, если смотришь. Блин, хорошая позиция. На точность Яктигра грех, как говорится, жаловаться. Позиция хорошая, реали. Что-то он реально скилловичок какой-то. Да ёптель-моптель, алло. Так, тут главный вопрос. А есть ли мне смысл дальше ехать? Слушайте, давайте, знаете что, я проконтролю сейчас эту Патасау, а дальше ехать не буду, потому что сейчас уже надо будет базу дефить. А, ну это я виноват сам. Еще и засветился, как даун. Он уехал, походу. Вот так вот туда. Блин, писи чешется. Я ничем не болею, не надо там писать в комментах сейчас. Просто все чуть-чуть. Хоть что-то я попал сегодня, мать твою за ногу. Так, не пробивай меня по зязе, ФЦ. Так, базу сейчас будем дефить. Ну, нормально. Это типичная 44. Что я могу сказать? Так, все, возвращаемся на деф, друзья мои хорошие. Я в тебя попаду, может, сегодня хоть разок, а? А то у меня эрекция мангуста. Реакция мангуста. А, конвей туда приехал, окей. Так. Там два паца отдыхают, тут Гактигр туда смотрит, окей. Ну, в смысле, Гавитигр. Гавитигр. Блин, он что, вылезет прямо сейчас? Алло. Я уже развернулся. Не, ну это закон подлости просто какой-то. ФЦМ. Не, ну вы это видели, а? И так встал, что я его не вижу. Блядь, что за хрень? Все, в жопу, я поехал на деф. Господи, вот это я как рак стреляю сейчас. Кепка не снимается, кепка по КД остается со мной. Ага, мозги, блин, видите, как там шелепятся. Найтбот исключился. Ребят, не флудите сильно, у нас найтбот жесткий. Он как этот, как процессор AMD. Никому нахер не нужен, кроме тех, кто видеомонтажем занимается. Но делает свое бдит, вот, попутал. Ну все, я приехал на... Только не говорите мне, что они сейчас вернутся, тут всех убьют, и мы проиграем этот бой. Мне бы этого очень не хотелось. Так. Куратор пишет, сам не спишь и другим не даешь, иди уже спать, ну пожалуйста. Нет. Иван, кости от души, ждем вторую попытку. А, да, это уже было все, да? Все, прочитал, отлично, все, дефим. Так, о-о-о-о-о-о-о. Появился кто-то там у нас. Что-то там ничего не видно, на самом деле. Не, ну в такой позиции Яга, конечно, страшный хер, потому что хер длинный, большой, пробивной и ДПМный. То есть я вот не спорю. Бле, где он? Ну вы только посмотрите.
только посмотрите на эту хрень. А, вот так хоть и лучше видно. Но он за камнем, видите, он... О-о-о-о-о-о-та-та-та-та-та, дружок, да, ты рашер, ты мой любимый рашерок. Ой, хорош. Так, ну ждем. Ой, хорош. А, царь? Кто царь? Я царь. На говнотехнике. Пиздец. Так. Где-то через минуту он будет уже вот тут. Друг, я понимаю, что тебе надо там светить. Свети сам. Так, что у меня тут нормально? Ну, в принципе, вроде бы скрыто у меня ВЛД нормально. ВЛД-то у меня картонная, пипец. Ждем. Ёптель-моптель, он подъезжает снизу. Не, он просвечивает, да, уже. А, хорошая ПТСАУ. Но пробивать я, конечно, на ней не буду. Так, надо хомяка сначала. Он, бля. Блядь, не попадаю, пипец. Ну все, ребят. Спасибо тебе, царь, большое. Один танк сзади, и мы бы затащили этот бой. Честно. Костян, спасибо. Ты что даун там делаешь? Мразь, успел два раза стрельнуть. Не, ну сейчас арта переедет, ребят. Тут как бы без вариантов. Меня сейчас она убьет. Бля. О, тихо. Это фугас? Нет, это ББ. Так, ну пока все норм. Они уже все голды зарядили. Блин, там... Я не могу, там конь, понимаете? С фугасами. Все, делаю вид, что откатываюсь назад нахрен. Сейчас тут арта может чпокнуть меня, понимаете, в чем прикол, да? Мне надо тигра снять, он мне рентгенит. Все, он поехал. Арта в городе, пока кадешнулась. Ремка есть, сейчас заеду, попробую забрать этого поца. Так, он думает, что я кадешусь. О, это твоя ошибочка, дружок. Даун. Царь, я сейчас тут такого творю. Если арта не заберет, это будет бомба. А все, он поехал упарываться. Боже, сейчас арта ваншотнет, ребят. Сейчас арта ваншотнет, стопудово. Четырнадцать хп. Боже, шесть врагов, это нокайт. Это нокайт, блядь, это нокайт, сука. Сколько хп у него? Срочно в чат быстро все пишите, сколько хп я заряжаю фугас. Сколько пробитий у фугаса. Господи, это нагайт. 700? Не, надо просто голдой, нахрен. Господи. Фух. Так, ну что, ребят. Надеюсь, не убьет меня это говно. Еду просто вперед. У меня оптика, я должен первый его просветить и убить. Господи, это нагайд, пацаны. Это нагайд, сука, лайк все жмите, блядь. Как я затащил на Яги. Они такие дауны, реально. Танк говно, но они такие дауны. Помните у меня ролик «Лучший бой Джо в 2016 году»? Вот второй лучший бой Джо в 2016 году. Реально затанковал как боженька. Арта где-то вот тут вот. Еду за ней. Блин, ребят, ну вы понимаете, что если я ее не найду, это ничья. Понимаете, да, надеюсь?
Что за... Пиздец. Спасибо, картошка. Топовый обзор 500 метров у меня. Сейчас он с вертухана. Сука. Ну почему? Он меня с вертухана снял. Он меня тупо снял с вертухана. Сука, когда эта коричневая хуйня уйдет из игры? Когда? Когда я смогу на своем конченном як-тигре засветить ее первый? Блин, это мастер, это 2000 опыта. Ребята, это был бы, это было бы 2500, понимаете? Это было бы 2500. Если бы я победил в этом бою. Я натанковал 3500, 5700. Господи, я как боженька сыграл. Если ты уже подписан на мой канал, то не забудь, пожалуйста, нажать еще на этот колокольчик. Нажав его, ты будешь получать все оповещения о новых стримах и видео.